Гуру бизнеса встретились в Академгородке. Самый масштабный проект России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов стартовал в Новосибирске. Принять участие в семинарах стартап-тура могут абсолютно бесплатно все желающие. Для кого-то это начало пути в большую коммерцию. Подробности у Елены Щербаковой. Этот сноуборд сделан не на иностранном предприятии, а в обычной новосибирской квартире. Два друга 5 лет назад решили попробовать смастерить своими руками доску. Вышло. Теперь катаются все друзья, и стоят такие самоделки почти в 2 раза дешевле заводских. Сегодня молодые люди стали участниками зимней школы Академпарка. Это 12-й сезон. Такие школы уже помогли сотням талантливых новаторов добиться успеха в бизнесе. Молодые люди верят, совсем скоро они будут делать не просто доски, а умные сноуборды по технологиям, которых нет ни у кого. У нас есть также идея постараться провести исследование по механическим свойствам компаундов, связующих эпоксидные смолы, которые используются при склеивании разных слоев сноуборда или горных лыж и тому подобных конструкций. Мы хотим попробовать посмотреть, как они будут себя вести, если туда добавлять углеродные нанотрубки, микронити и другие такие смеси. Именно таких талантливых ребят сегодня ждут на самом масштабном форуме перспективных инновационных проектов. Успешные российские бизнесмены, представители фонда «Сколково», руководители крупных нанотехнологических центров проводят мастер-классы. Я благодарен фонду «Сколково» за то, что решение принято на нашей площадке сегодня и сделать такие шаги, как показать новые тренды в развитии науки, в развитии бизнеса, когда создать уверенность в развитии компетенций, новых компетенций стартап-команд. Советник президента по работе со стартапами Пека Вильякайнен видел 1000 инновационных проектов. Самым перспективным всегда помогают. По-настоящему интересные и успешные разработки встречаются нечасто. Но если ваш проект окажется именно таким, то путь в большой бизнес открыт. В США, в Силиконовой долине, которая считается мечтой для любого стартапера, есть поверье, что 1 из 10 выживает. Мы стараемся отбирать такие компании, которые уже на ранней стадии своего существования демонстрирует потенциал для роста. Счастливчики, которым сегодня повезет и их разработки оценят, могут претендовать и на бесплатные кабинеты в Академпарке, и на помощь профессионалов в продвижении бизнеса. В Новосибирске стартап-тур проводят уже в 3-й раз. Принять участие может любой желающий. Елена Щербакова, Антон Мамаев, Новости ОТС.